Приглашенных встречают инструменталисты. Сегодня они тоже получат заслуженные награды. В Центре эстетического воспитания церемония награждения и гала-концерт победителей фестиваля искусств «Ступени». Работа членов жюри окончена. Наконец, они могут побыть в роли зрителей. Дмитрий Михнович, председатель судейской коллегии конкурса инструменталистов «Музыкальная мозаика». В одной группе участвуют несколько инструментов, например, приходится сравнивать скрипача с пианистом или гитариста с флейтистом. Это тоже не очень просто. Но мы оцениваем для начала по десятибалльной системе, примерно выставляем оценки, а позже уже в кабинете на обсуждении что-то дорабатываем и присуждаем уже конкретные места. На сцене обладатели гран-при. Среди них Кристина Куликова. Она стала лучшей в конкурсе «Одинцовский соловей». Для конкурса Кристина выбрала арию из кинофильма «Пятый элемент». Готовилась в течение полугода. Репетиции несколько раз в неделю. Результат не заставил себя ждать. Мне очень нравится этот конкурс. Я участвую в нем каждый год и занимаю хорошие призовые места. Церемония награждений, гала-концерт, 14-й фестиваль «Ступени» завершен. Впрочем, уже совсем скоро начнется подготовка к юбилейному 15-му празднику искусств. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».